продолжаю проходить разные пути. Я так понял, осталась последняя, пятая глава. Да, вот глава 5, и, по-моему, она завершающая. Report. Time is almost up. Krauss is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Хитрый, блин, Вескер. Возвращение образца. Так. Мне, значит, нужно вон туда. Пробежать через эту деревушку, где Леону помогал вертолетчик какой-то, которого сбили. Теперь мне нужно пробежать здесь... по тому же пути. Ага. Давай-ка я гранаты ослепляющие продам ему. Или, может быть, у него есть чемодан? А у меня денег нету на большой чемодан. В любом случае, карту сокровищ я покупаю. Продать. Наверное, я продам... Так, вот это можно продать. Вот эти кошачьи глаза. Наверное, я тоже продам. Видимо, я упустил... какую-нибудь статуэтку или чё, куда их можно вставить. Рысь, 25 тысяч. Ладно, продам. 61. А чемодан сколько? 73. А, продать я еще могу. Ослепляющая. Давай ослепляющий продам. Зажигательная и ручная оставлю. ТМП, винтовка, арбалет, болты. Ну все, у меня там особо больше нечего продавать. Жаль, на чемодан не хватает. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Около 10 тысяч. Попробуем сейчас накопить. Может быть, я сюда еще вернусь к нему и куплю. Так, ты один здесь? А, ты арбалетчик, надо тебя быстрее валить, чтоб ты в меня не стрелял. Эй. Вот, 1400 уже есть. Никого не вижу. Вот у этого пятера должна быть. Так, дробовик. Где он? Я тебя еще... Эй! А чё ты не падаешь? А чё ты не падаешь? Дробовика-то. Так, хорошо, я сейчас возьму арбалет. Вот это начало.
Так, это я видел. Пошли его завалим и потом вернемся. Вернемся и купим карту сокровищ, и, возможно, на дипломат мне хватит. Сразу арбалет возьму. 20 стрел у меня. 1300 дали. Бум. Смотри, он не падает. Нихрена себе он живучий. Капец, он живучий. Для пистолета у меня мало патрончиков. Давай вместо гранаты. Да, выбросить. Я думал, он даст 5000 монет. А он не дает 5000 монет. Так, вон он сверху. Пошли. Купим карту. И продадим гранаты. Welcome. Got a selection of good that what are you buying? Is that all? Карту купили. Продать. Где эти гранаты? Да. Они мне все равно не понадобятся. Ну, может и понадобятся, но я буду из другого оружия. Да ё-моё. Так, вот это тоже продать. Это продать. Это продать. Пока рысь продавать не буду. Может быть, мне сейчас попадется третий глаз для нее на карте. Вот, кстати, недалеко прям есть сокровище. Сейчас я его возьму, может быть, мне удастся купить большой чемодан. Ты встанешь, что ли? О, ты какой. Смотри, живучий, а? О. О, 1500 дали. Так, а с этой стороны. Ух ты! Не кидай, блин, да ты чё? Так, надо перезарядиться. Давай опять всех троих. Один готов. Ой, блин, стоп. Успею? Успел. Собрать алтары. Там с динамитом чувак, где ты? Вон он. Взорвись уже. Так, желтенькая травка.
где-то там. Еще один с динамитом. Но я хотел вот сюда запрыгнуть. Вон он. Так, по-моему, он сам себя взорвал. Так, стрелы. Отлично. Правда, здесь больше ничего нету. А я могу туда вовнутрь спрыгнуть? Нет, не могу. Спрыгивай. Ты как здесь оказался? Так, все, у меня патроны для пистолета закончились. Ага, вот дали патрончики. Красная травка. Так, ты встанешь? Да, живучий, живучий. Ты посмотри, какой он, а? Наконец-то. Вон там бочку я вижу, надо в бочку выстрелить. А если я в бочку выстрелю, там мне дадут денежку, я как их возьму? Погоди, вот сюда я еще раз сбегаю. Я хотел вот сюда вовнутрь зайти. Эй, а почему не заходит? Ну ладно. Так. Пистолетные патроны. Еще 1600. Ах ты, смотри, что он сделал. Он бочку скинул. Я теперь что, назад не смогу вернуться? Так, подожди, как объединить? Объединить? Да не, не туда. Вот, вот так. Дробовик. Чуваки, чуваки. Так, надо перезарядиться. Умри! Еще! Еще, чуваки! Закрыто! Да, блин! Чуть он меня не втащил. Чуть он не втащил мне. Да сколько вас? А? Ребят. Может, я что-то не то делаю? И вон та дверь должна открыться. Перезарядиться. Давай-ка еще одну гранатку. Да они бесконечно падают. Закрыто. Ай, уйди.
Блин, они разбрелись. Давай, вставай. Так, так, так. Ну, вроде больше никто не спрыгивает. Капец, у меня на них патрончиков ушло. О, открыли. Наконец-то. Я вернуться не могу к этому. К торговцу. Так, пистолет. Надо взорвать бочку. Хотя пока... Где? Где он стреляет? Вон он. Дай-ка снайперку. Жаль, что я не могу вернуться к торговцу. Я бы сейчас себе дипломат уже купил большой. Так. Туда наверх можно. Сюда. Мне куда идти? Где карта? Чё карта мне покажет? Вон там, кстати, я же не взял сокровище. Я про него забыл. О, граната. Могу ли я туда вернуться или нет? Ничего нету в бочке. Я, походу, туда вернуться не смогу. Вон ту бочку я сейчас разобью. Вот эту. Вон он стоит. Кстати, там красная травка. Вот эту можно объединить. Вот так. Так, о, и желтая еще есть. Надо их сразу объединить. Желтые. Так. Объединить. Вот так. Пока что так оставлю. Так, здесь внизу больше ничего нету. Мне нужно вот туда к кнопке как-то пробраться. Скорее всего, вот здесь. Ага. Соскользнуть. Угу. Так. Ворота я открыл, да? Целая куча. Нет, не куча. Ага, мне нужно опять два этих нажать. Ах ты, прям в дыню.
надо скушать что-нибудь, наверное. Я не вижу, где они там. Ну, одного я сейчас увидел. Где он? Вон он. Я промазал. Готов. А, вот он второй. Еще кто-то стреляет. А, вон он. Ну-ка, попаду я. Попал. Так, патроны я не взял. Вот эти. Да и цветочек можно взять. О! Для дробовика они мне пригодятся. Это что? Для джекала. Так, остается мне идти или сюда, на лестницу, или на другую лестницу. Так. Давай-ка я попробую тебя взорвать. Где ты? Ага, ты в меня не попадаешь. Цветочек один скушаю. Как раз здесь лежат дополнительные стрелы. Четыре тысячи он дает. 4000 он дает. Вот этого надо убить. И где здесь лестница? Вот она. Так, это я вон там только что был. Угу. Еще один. Где мой арбалет? Чувак, чувак. Блин, откуда ты тут взялся? Хотел спрятаться от этого. Так, 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 так. Берем арбалетик. Как он в меня попал? Вот это, блин, номер. Так, так, где я? Ага, я понял, где я. Пистолет. Со снайперки, что ли, тебе вынести? Я в стрелу попал. Опять все собирать. Окей. Давай опять все собирать. Вот здесь граната. Внизу красный цветочек. И стоит один. Вот так вот.
Железа. Желтый. Я про этот желтый забыл, кстати. Все, перебираемся на ту сторону. По-моему, вот в этой бочке ничего не было. Да, пусто. А здесь граната. Так, так, так. Сейчас тут арбалетчики будут. Надо их быстренько всех. Вон того сначала сверху. Вот этого взорвать. Где еще? Вон он. Чуть он в меня не попал. И вот этот чуть-чуть не попал. Как я его так не вижу. А, промазал. Да как же я в прошлый раз попал в него? Возьму пистолет. Угу. Надо объединить травку. Так, и с зеленой. Объединить. Ну, вот так вот. Где еще кто-то рычит? Нифига себе он. Все, он готов. Здесь надо патроны собрать для дробовика. И что-то еще тут было. А, вот. Пошли сначала сюда. Надо, кстати, сейчас сразу взять арбалет. Травка не влазит. А как он прошел? Он открывает, что ли? Решетки. А, ну да, цветочки я же взять не могу. А давай я скушаю один цветочек. Да, наверное, вот это скушаю, чтобы этот цветочек взять. Нет уже здесь никого. Как он тут появится? Так, теперь вот сюда. А, подожди. Бочка. Нету ничего в бочке. Там чувак будет в закутке. В закутке. Он в том. Отсюда бы тебя расстрелять, но тебя не видно. Т-
Так, может быть, сразу мне взять арбалет? Где он? Так. 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 Все, он готов. Где этот чувак? Вот он. Хорошо, что он меня не схватил. Так, ворота я открыл. Что там у нас по карте? Как жалко, что я вон ту, то сокровище не взял. Я думал, я смогу вернуться. А они бочку зажигательную скинули, и я назад вернуться не смог. Где кто? Я вас слышу. Вот патроны. Чуть не упустил. А где вы там? Вот он. Бр-бр-бр. Он один, что ли, здесь? Чувак стоит. Снайперка. Там цветочек рядом с ним. Так. Похоже, он там один стоял. Да? Ты один тут стоял? Проверить. Вертолет разломан. Американскую, что случилось? Взорвали его. Так, я его могу объединить. У меня уже три пробирки с дополнительным здоровьем. О! Пришли. Ладно, буду тратить патроны на вас. Ладно, брать пока не буду. Сейчас вот эти расстреляю. И теперь могу взять. Так, где-то еще с дубинками я слышу. Вон они. Арбалетчики. Давай-ка я вас со снайперки. Бумс, один готов. Второй. И второй готов. Нет, давай возьму ПМПшку. Много патронов сохранилось для нее. Буду ее использовать. Так, а я правильно прибежал? Там сокровище где-то было. А вон оно!
красный глаз. Кстати, вот этот цветочек я смогу взять? Нет. Объединить с зеленым. Могу. Ну, вот так вот. Так. Ну да, мне он туда. Кстати, впереди торговец. Я сейчас у него куплю дипломат. Большой. Большой дипломат. Мне надо у него купить. Так, мне же сюда? Это что? Ага, стрелы. Круто. Ага. Леон, сейчас он ее душить будет. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Так. Где-то вот здесь должен быть торговец. Да, вот он. Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? 73600. Окей. Да, большой дипломат. Сразу продать можно. Вот это. Is that all Thank you. В эту в рысь-то этот глаз не встанет. Ладно, Come пока не буду продавать. Anytime. Все равно. А, купить. Может быть, What я могу что-то купить еще. Оптический прицел. Да нафиг он мне нужен. Надо сохраниться. Вон он стоит. Ух ты! Так, так. Угу. Ну, неплохо, неплохо. Какая мерзость. Так, здесь же был этот. Вот этот чувак. Он встанет сейчас или нет? Похоже, что он не встанет. Ну да, у меня же этого нету.
инфравизора, я все равно его убить не смогу никак. Там, по-моему, я все уже собрал. А, не посмотрел, есть ли там сокровища. Там есть сокровища. Пошли обратно. Да спрыгни. Где оно? Вот в этой камере. А вот оно лежит. Как я его не увидел? Так. Патрончики. Отлично. Чё у меня? По патронам. Пистолет пока возьму. Это кто? Краузер, что ли? Так тебя же Леон должен был убить. Краузер, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Мне что, сейчас с Краузером драться? Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Чем мне его валить? Так, объединю-ка я красную травку. Зеленый. Дробовик взять, что ли? Я не успел нажать. Он меня прирезал. Так, сразу дробовик возьму. Я же ему в ноги выстрелил. Почему он не споткнулся? Да что ты будешь делать? Я опять... Я вроде нажал, но я не успел опять. Вот я... Так, вот теперь я успел. Так, надо что-нибудь скушать. Давай жизни увеличивающуюся штуку купим. О, купим, скушаем. А что, если я вот этим буду в него стрелять? По-моему, ему пофигу. Взрывы ему, по-моему, пофигу. Сильно. Я успел. По ногам живот. Тоже несколько стадий. Ха-ха.
успел стрельнуть. Мощный, мощный. Так, с самого начала, да? Окей. Возьмем дробовик. Короче, надо ему по ногам стрелять так же, как и с Леоном, когда я Леоном играл. Да что ты будешь делать? Я вот просто не успел даже. Уйди! Он попал. Ну вот, по ногам же я стреляю. Перезарядись сначала. Не надо туда к нему лететь. Сначала перезарядись. Еще что ли вот эту сожрать? Неправильно я сделал. По ногам! Надо скушать травку. Ну вот, по ногам же. Я не успел опять. Как же быстро здесь эти... Почему ты патроны не взяла? Иди. Лекарство. Надо все собрать. Ну вот, по ногам же я стреляю. Перезарядиться. Ах ты! Он через этот меня достал. Я успел. Сволота. Да блин. Так, надо что-нибудь скушать. 6 патронов для дробовика. Так. О! Че, неужто я его убил? That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Все с него, лужа крови уже вытекла. Я все лечилки на него потратил. А, красная травка. Осталась одна. И вот еще смесь тоже есть. О-о-о, вот куда я могу вставить камушки. Объединить. Но мне покупать-то уже нечего. Я все купил. Так. Я ж все купил. Got a selection of good things. What are you selling? С двумя камнями, а там три камня. What are you buying? Да, здесь ничего больше покупать не нужно. И я все сокровища собрал, кроме в самом начале, которые. Ладно, да не буду продавать.
Оно же мне не пригодится, эти деньги. Теперь нужно идти помогать Леону. Базуку ему надо скинуть. Или нет? А-а-а. Это вот только где они. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. А чё ты его не гипнотизируешь? Он же ещё это... Не вытащил из себя эту личинку. Леон, now! Мне что сейчас с ним драться? Пока что удачно. А вот это не очень удачно. Да блин! Я сам себя покоцал. Я не успел нажать на таб, чтобы зайти в меню. Так, еще раз. Надо быстро бежать, стрелы. Стрелы брать. Я же не взял вот эту штукенцию. Ему вообще что-нибудь... Плохеет? Или не плохеет? Опять я не нажал. Плохеет? Да уйди. Уйди. Где ты? А вот он. О, объединить могу. Объединить. Вот так. 10 стрел у меня осталось. Закрыто. Я ничего не понимаю, не вижу. Убеги!
что ты будешь делать? Чё там? А, взять травка. Я еще могу объединить. Использовать, что ли? Но у меня половину жизни. Вот теперь можно использовать, блин. Я не вижу, чтобы здесь были какие-то... Да ты что? Какие-то эти... механизмы, с помощью которых я могу его... расплющить, что ли? Так, надо... Я сейчас что-нибудь скушаю. Опять нарвался. Вовремя ты перезаряжалась. А, опять я не успел. ТМПшку взять, что ли? Так. Я справился. У-у-у. Вот это да. Thank you. This is gonna be hard to explain at customs. Он-то еще жив. Вот он как ее схватил. Ada. Не работает эта штукенция у меня теперь. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Так, теперь мне нужно, я так понимаю, где-то найти базуку. Пока Леон будет с ним драться, мне нужно найти базуку. Вон она лежит. Гарпун. Лечилка. Угу. Везде бомбы. Аху. Так, стоять. Мне же вон туда нужно. Got it all.
Так, надо успеть. Ой. А, здоровяк. Здоровяка не берет. Вот этим нож возьмет. Круто. Ах ты! Где ты? Вон он, зараза. Я не пойму, куда мне идти. Так, взорвешься, да? Да, стоять. Чуть он не попал в меня. Так, для дробовика я взял патроны. Это хорошо. Так, у тебя я со снайперки сейчас бошку размажу. Все, готов. Надо, кстати, перезарядиться. Шесть секунд. Тринадцать секунд. И чё, я успел? А где, где, чё, куда? Нет, я не успел. Окей. Дубль два. Дубль два. Я сейчас туда... Особо брать-то ничего не буду. Пробегусь. Вот этого здоровяка только вынесу со снайперки. И того второго вынесу. Чтобы они мне не мешали. Где этот стреляет? С арбалета. Блин, надо было взять эти... патроны для дробовика. Так, здесь здоровяк, здоровяк. ТМПшку возьмем. Они неплохо так помогает, эта ТМПшка. Скорость стрельбы офигительная. Так, 46 секунд. Чё? Все? Успел? Образец. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm.
Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Нифига себе у нее там наборчик. Не-не-не, титры. Ну давай посмотрим. Ради интереса. Хотя... как-то можно их, наверное, пропустить. Мне титры-то особо не интересны. Ага. Все. Значит, я другие пути прошел за 4 часа 31, 32 минуты. Нет, лидерборд не надо. Чикагский пулемет могу купить. Круто. Да, сохранить. Так, разные пути я прошел. А есть еще задание Ады, но его я буду проходить уже в следующий раз.